Всем привет, друзья! Меня зовут Кот, и в этом видео мы разберем перепаковку магазинов в Army 3. Человек спросил, как это делается. Расскажу на примере ветеран мода. В ветеран моде самом нет перепаковки магазинов. В принципе, ее и у РХС нет. Во всяком случае, разработчики ВТН мода об этом нигде даже не говорили. Сейчас стреляем пару магазинов. И что у нас есть в инвентаре? Два полупустых магазина. Ни клавиши Ctrl-R, ни Ctrl плюс Windows не реагируют. Перетаскивания тоже нет. Но это все можно поправить. Для того, чтобы реализовать перепаковку магазинов, нам понадобится скрипт. Сейчас увидите, как он работает. Один магазин. Второй магазин. Все, два магазина у нас есть. И теперь, когда у нас установлен скрипт, у нас появляется снизу вот такой интерфейс. Два раза щелкаем по магазинам. И вот один магазин у нас уже перепакован. Этот можно выкинуть, а этот у нас почти полный. То есть из двух почти собрали один. Как-то так это работает. То есть это сделать можно, но с помощью скрипта. Скрипт состоит из двух файлов. Это init.sqf. И вот он сам. Seki Magazine Repack. То есть вот эти два файлика ставим в папку с миссией. И магазины можно будет перепаковывать. По поводу инвентаря. Именно в ветеран моде вы не откроете никакую сумку, пока не снимете ее с себя, даже медицинскую. Или, допустим, сейчас мы возьмем что-нибудь другое. Ну вот, например, тот же рюкзак. То есть, опять-таки, двойным щелчком, как, например, разгрузку, его не открыть, пока не снимешь. Причем при включении этого мода, скорее всего, так делается с любым предметом. Вот, например, наша сумка первой помощи. Опять-таки, этот мы можем открыть, а ее мы открыть не можем, сколько ни щелкай, пока мы ее не снимем с себя. То есть у них тут полностью инвентарь по-своему переделанный, именно вот у этого мода. Сейчас ради прикола попробуем ванильную какую-нибудь вещь. Ну, в основном на ваниле одни рюкзаки. А, ну вот, сумка на ногу, хорошо. Нет у меня этой DLC-шки, ну хрен с ней. Так, вот наша сумка. Но она тоже не открывается в этом моде. Мне приходится ложить на землю. И тогда она откроется. То есть именно ветеран мод, кроме как свои разгрузки, на персонажа мы ничего посмотреть не можем. Любой рюкзак, любое все, что в слоте рюкзака, приходится с себя снимать, даже ножную сумку. В общем, как-то так. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал и всем пока.